Восстания 14 сентября завершились 5-е Всемирные игры кочевников. Казахстан занял в них первое общекомандное место с большим отрывом, завоевав 112 медалей. Актюбинцы внесли весомый вклад в знаковую победу. Они завоевали 2 золотые медали по казакша-курес, 1 золото по таухыску-малаку, серебро и бронзу удалось завоевать в дисциплине кураж и бронзу по турецкой интеллектуальной игре мангала. С каждой области были отправлены спортсмены на участие в играх кочевников. Я тоже был в составе делегации. Соревнования прошли на отличном уровне. Я был под впечатлением. Игры собрали участников из 89 стран. Это около 3000 спортсменов. Из нашей области отправились 6 спортсменов. Все вернулись с медалями, трое даже чемпионами. Из рук заместителя акима области Жолдаса Батырхана триумфаторы получили грамоты и денежные сертификаты на сумму на 2,5 миллионов тенге. Среди награжденных были и медалисты байге-марафона Улы-Дала Жорога, который проводился в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников. Кочевенкер война. Всемирные игры кочевников очень важны с точки зрения культурного наследия тюркского мира. Такие масштабные турниры подчеркивают имидж нашей страны. Игры прошли с размахом. Наша страна заняла в них первое общекомандное место. Это огромный успех. Поздравляю всех актюбинцев, которые участвовали в играх кочевников и доказали, что в нашем регионе национальный спорт на высоком уровне. На играх кочевников Казахстан занял первое общекомандное место, завоевав 43 золотые.